В селе Успенское баскетбол пользуется большой популярностью. Несмотря на то, что турнир на Кубок главы сравнительно молодой, желающих принять в нем участие набралось немало – около 40 человек. Все любят спорт из нас, из-за этого мы здесь. То есть это здоровый образ жизни, и поэтому собрались, чтобы поиграть. Как бы за любое движение, да. Давно я уже занимаюсь этим видом спорта, он меня очень сильно привлекает. Вот. Занимаюсь я со своей старой доброй командой всю свою вот, карьеру, так сказать. А Бархан Кэтс, это вот наша команда называется. У нас тренер Петренко Ольга Викторовна, тоже баскетболистка с стажем, так сказать. И она, собственно говоря, тренирует. Мы проводим многие годы турнир по волейболу, но вот у нас прекрасные ребята, спортсмены, которые говорят, нужен и турнир по баскетболу. И вот уже второй год мы открыли этот турнир, и он продолжается, пользуется популярностью. Открывая турнир, Владимир Горяев пожелал всем участникам удачи и вручил ценные призы. Соревнования проходили зрелищно, все команды показали высокий результат. Мы играли с командой «Коты», это как бы команда молодая девочек, но они молодцы, они развиваются. Я считаю, что там, они через пару лет будут очень хорошими, мне кажется, баскетболистками. Ну, так как бы игра прошла без особых усилий, потому что мы чуть-чуть старше, мне кажется, просто. Места на пьедестале распределились следующим образом. Бронзу у команды «Одинцова-1», серебро увезли ребята из «Одинцова-2». Ну а главный трофей турнира, кубок победителей, на сей раз остался в поселении, принимавшем турнир. Золотые медали достались команде «Успенка». С победой можно поздравить Алексея Тимченко, Александра Валькова, Виктора Кузнецова, Ивана Харламова, Сергея Чумичева и Андрея Зайцева. «Успенская» может ими гордиться. А закончилось мероприятие чаепитием. Всем участникам и болельщикам по традиции были предложены сладкие угощения и напитки. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».